Даня Кашин разнес Никиту Ефремова. Кашин выпустил разгромный часовой ролик, где он по фактам прошелся по пали Никиты Ефремова. Кашин купил кроссы за 120 косарей и отдал их на экспертизу, где ему подтвердили, что это явный брак. Кроссовки разваливаются сами по себе. Отвалился, короче, в настильке. Прям при них отвалился рисунок. Я два раза кроссовки надевал. Но опять же, экспертиза не подтвердила, что это не оригинал. Это настоящий брак. А то, что говорят люди, касаемо пали, это, ну никак не доказано. Я тоже купил у него Джорданы, которые я разыграю в своей телеге. Они вроде бы оригинальные. Ссылка в шапке профиля.